Все, пацаны, улетаем. Поэтому ждите стрим из Дубая. Вот. Топовый самолетик. Есть фильмы. О, это нас тащат. А это что? Не знаю, мне вот это нравится. Что-то все потухло. Улетаем из Москвы. В общем, в Дубай долетели 5 часов. Что-то я уже с ума сошел, потому что сейчас, по-моему, сколько время? 5 утра. И надо бы спать лечь, поэтому я тут первый раз. Посмотрим, что будет. Крутой тачки, я вообще не знаю. Тут такие тачки крутые. Вообще тут ни одного Соляриса нет. Тут уже проехал какой-то, прикиньте. Зато смотри, там битая Шевроле там, в говно. Там битая проехал. Шевроле. Говно, смотри, вон он там, вот видишь, битое в говно. Да, но мы видели патрол в обвесе низму вообще. Ничего себе, вот это ебануто, конечно. Так, приехали, короче, в отель. Тут все как-то очень прикольно и необычно. Поэтому сейчас покажу номер. Ну клево очень, клево, смотрите. Вот фишка здесь в этом вообще. Прикиньте, сидишь такой, покуриваешь, а там соседи. Подписчики, ну чё там как? Я тут, слышите, посидел чуть-чуть у арабов и превратился в верблюда. Мы с моим корешем наблюдаем за аварией здесь. Беспредел полный происходит. Беспредел вообще. Смотрите, микроголубь какой, блядь. Охуевший. Гадит везде, блядь. Дубайский охуевший голубь. Значит так, я не просто так этого голубя записал. Да, для некоторых объясняю, кто сзади меня и кто слушает. Потому что сегодня я взял, пошел на крыльцо свои плавки искать. И обнаружил, что там все крыльцо обосрано вместе с моими плавками, блядь. Все обосрано. И я пошел стирать свои плавки. Плавки стирать. В отеле, короче, все засрали. Все засрали, блядь. Тут плавки висели, обосранные все были. Вот. Ты ебучие, блядь. Пошел нахуй отсюда, блядь. Смотрите, еще, блядь, один сидит. Ты, гондон, сука. Пшит. Ты че, блядь? Ты срал мне на плавке? А? Крыса летучая, фу. Блядь, ну вы посмотрите на этот пиздец. Это, блядь, он еще и выебывается, сука, тут сидит. Иди нахуй отсюда, блядь, быстро съебал. Вот это у нас рикша нереальная просто. Едем в цивилизацию, так сказать. Короче, здорово, чуваки, доброе утро. Не смотрите на то, что у меня с причёхой, блядь, я только встал. Короче, сегодня ночью канал в бан отлетел. Я что-то сел, охуел. Не знаю пока, что делать. Вчера расстроился, блядь, поныл немножко даже. Буду думать, наверное, что делать, потому что бан вроде как последний. Ну, потому что, блядь, неопределенный срок. Попиздеть пока что я с менеджером не могу, потому что он в отпуске, и я в отпуске. Ну, блядь, и, короче, сижу, просто жду. Радует лишь то, что партнер не сняли, хотя, знаете, многим партнерам, которые в перманент улетели, тоже партнерку не сняли, блядь, и ничего. Поэтому сами не расстраивайтесь, у меня все норм. Стрим я подрублю в любом...
Ну, уже, видимо, не с Твича, а с Инстаграма буду в инсте вас. Подрубу в инсте сделаю, пацаны. Блять, ну и ебало, короче. Но это было важно. Важно было с таким лицом записать. Первые эмоции, так сказать, почти что. Все, пока. Пока, подписчики. Tell your crystal.